Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать всех! Очередной выезд, не усидели мы дома. Правда, в Подмосковье. О. В общем-то, это и не важно. Погода прекрасная, не очень жарко. Места интересные. Здесь поля, пока еще солнце не встало в зенит. Чуть-чуть походим. Потом будем уходить искать старую переправу. Что из этого получится? Увидим. Ребят, первый сигнальчик, монета такая. Какая-то. Непонятная. И кусок слонины. Немеренной конины. Тяжелая зараза. В лопасть кому-нибудь запустить. Пипец. Так, вошли в лес. Первый овраг, тут их будет много. Сейчас мы его чуть-чуть. Где фокус-то? Фокус, вот он. Здесь их много. Будем их чуть-чуть посмотреть. Дошли мы, где примерно река. Вот все, что от нее осталось. Здесь когда-то на чем-то ездили. На квадрах, скорее всего. А вот здесь была река. Все заросшее, к сожалению. Куда? Да. А. Нам туда не надо. Мы пойдем туда. Давай пойдем. На дорогу, а, ну можно, да. Перебрались через реку, зашли вот сюда в лес. Лес старый. Идем по нему в сторону переправы основной. Сигнал крестик. Что за крестик? Крестик. Ох ты. Тру этот, штурвал. Штурвальчик. Отлично. Так, у меня сигнальчик рамочник. Год. Фиг знает какой. Непонятно. Идем, вот вроде похоже, вот здесь она была. Вылетела конинка. В принципе, сопутка то, что надо. Сейчас попробуем бережочек пробить оврага. Все-таки, как бы ни говорили, нужно обязательно копать черные сигналы. Проверяли сейчас, где дорога, она шла вдоль вот этого оврага. Отходим там, там мусор. Сюда копнули черный гвоздь, казалось, кованный от подковки, и вторая конина уже. Даже веревка осталась на ней. Прикольно. Ух ты, да. Какой красавец. Точно, богатые лошади. Веревки. Здорово. Так что вот она и была. Может быть, она даже частично во враг сползла. Может быть. Вот он идет. Но здесь он менее глубокий, чем там. Я, нет, я права. Да. Ладно, поищем. Рядом сейчас еще гвоздь откопали. И обручалочка тоненькая-тоненькая уже. Сейчас сломается. Так что дорожка была здесь. Нечастый сегодня сигнал. Продолжаем лазить. Советик. Совсем не то, что мы ожидали. Ну это да, это пробки. Идем обратно к оврагу. Вот двушка 51-го, здесь двушка 52-го. Третья ямка. Пятачок. Помыть нечем. Ну ладно, что ты? Ну да, 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 бум-бум-бум. Да, да, да. Все, что не знаешь, обязательно надо называть кониной. У Димки во враге. Почему, говорит, повязка на ноге ползла? Чу, находка. Опа. Ё-ты моя. Крокозябра. Ну да, скорее всего. Интересненько. Значит, вот здесь дорога шла, ну, видать, его подмывало, подмывало, и он сполз. Так, вылезли из оврага. Тут сигнальчик такой интересный. Сначала думали гильза. Такая вот мягкая здесь. Мы откопали, почистили. Вот такая фигня. Это вот где капсель должен быть. Ребят, что это такое? Подскажите, а? Вылезли из оврагов, идем на поле. Нет там, к
сожалению, ничего интересного. На коричневое похоже. Увидали тычок яблушки. Вот такие яблушки. Таких бы на варенье набрать. Ладно, берем. Так вот есть ли? Святая халява. Так ковыряем эти яблоки. Мы рюкзак набрали. Варенье, да, ты будешь варить? Да, я варю варенье, как из Китая. Ну оно, кстати, да, не такие, они кисловатые, но, блин, ароматные. Кислые, очень. С ароматом таким приятным. Дорвались. Своих в этом году нету? Нету вообще, у меня вообще два яблока. Как вообще, там хотя твои яблоко росло вроде. Не, ну штук 10 на подарочный. Вот. Блин, хотел бабочку вам снять. Она взывает, крылья закрыла. А она о чем там что-то жрет, сидит. Вылезли из лесочка с яблоками. Решили погулять. Осталось часика два, наверное, три. Еще здесь походить. Находок очень мало. Рассчитывали больше. Но полазили прикольно. Прям с дороги сигнал. О, конинка. Налобник. Прикольно. Цирк, елки-палки. Я говорю, надо было пройти по лесам хер знает сколько. Чтобы потом... Место копать, конечно, тяжело на дороге. Сухая. Полушечка. Выстрелила. Я в Подмосковье очень даже в радость. Или щитовичок. Еще монитосик. Ощущение, что это вообще не русское. Ё-моё. Стертое. Ё-моё. Что ты? Ладно, если что-то интересное покажем. Вот. Сигнальчик крестевый. Гнутый такой, но красивый. Так, друзья. Находились, находок мало, разведка особо не удалась, крестик вот этот хорошенький, этот я сломал, к сожалению, советики, неведомая монетка, куча всякой конины, перстенек вот такой выскочил забавный, пока его не шоркали, ну что-то там нарисовано, как цветочек что-то какой-то, цветочек аленький. Аленький. Да, конина, шмурдина. Ну и все. Где? Да. Вот это прикольно. С крестиком. А, вот это. Ну, колпачок не знаю. Ну, это загадочно, да. Ну вот, короче, как-то так. Находок мало, но кайфанули. На этом прощаемся. Всем пока.